Это грандиозное мероприятие, День отдыха инвалидов. Здесь у нас на территории общественно-культурного центра оно проходит уже второй раз. А так оно постоянно, каждый год. При правительстве Амурской области получилось сделать это мероприятие масштабным. То есть к нам сюда съезжаются инвалиды со всех городов. Мазановский район, Сковородинский, Белогорск, Свободный, Шимановск. То есть мы решили объединить всех инвалидов, и чтобы они улыбались. Мы решили организовать дерево желаний. Это вот дерево желаний, то, что дети могут написать письмо, повесить на это дерево, а потом мы совместно с предпринимателями будем им дарить подарки. Предприниматели очень с легкостью откликаются, и каждый ребенок, когда приедет домой, через некоторое время может получить посылку